Я иду задом наперед, потому что вперед больше идти не хочу. Однажды был я совсем один в совершенно безветренном парке. При этом слышал, как черные дрозды в кустах сновали в поисках еды, как ворковали голуби, и меня неожиданно охватило чувство покоя. Я сделал несколько шагов задом наперед и теперь точно знаю, если всегда идти лишь вперед, то путь сокращается. И как только я начал ходить задом наперед, я стал видеть то, чего раньше не замечал. И слышать то, чего раньше не слышал. Не ищите в этом логике. Открытие, которое я сделал, нельзя передать словами. Вы удивитесь, но я не мечтатель. Кто же вы? Не продолжайте. Однажды вы остановились. Возможно, вы услышали, как растет трава. Затем вы отступили несколько шагов назад, чтобы оказаться на расстоянии. Ведь так? Мой эксперимент еще не окончен. И вы думаете, ваш метод движения победит? На этот вопрос трудно ответить. В целом, моя идея не нова. Позднее мне в голову пришла мысль, что давно исчезнувший с лица земли народ должен был решать такие же проблемы, как и мы. Он тоже должен был пройти стадию, когда дальнейшее его существование стояло под вопросом. В этом случае помогал очень странный, казалось бы, способ. Во время межплеменных военных столкновений противники становились друг к другу спинами, и их удары приходились в пустоту до тех пор, пока бойцы один за другими не падали от изнеможения на землю. Это продолжалось днями, но битвы были бескровными, и последствием были только сильные боли в мышцах. Вам это удается, равно как и долгоиграющему пианисту или человеку, который прошел на руках 50 километров. Когда я так пошел в первый раз, я ожил. В любом случае, это достаточно практично, однако я сомневаюсь в вашем успехе. Получится или нет, но этот метод должны испробовать все. Прошу прощения, меня интересуют факты. Вас уже арестовывали за хулиганство? Один раз. В самом начале, когда еще чувствовал себя неуверенно. А теперь вы ни с кем больше не сталкиваетесь? Никогда. Никогда, извините. Я должен торопиться. Я опаздываю на встречу. До свидания. Водитель не виноват. Наверняка он был пьян. Я могу это подтвердить. Он шел задом наперед. Теперь вы меня понимаете? Да попробуйте хоть раз. Где угодно. Если останетесь совсем один, в парке или ночью, в совершенно безлюдном пространстве, я надеюсь, это у вас получится сделать лучше, чем у меня. Вы можете дать свидетельские показания? Он хотел идти задом наперед. Что здесь происходит? Это уже четвертое за сегодняшний день. Что творится с людьми?